Она с нами. Пропустите. Чужеземка. Вождь Хикара и шериф Катала ожидают тебя. Кулерут скоро начнется. Когда он закончится, я смогу попасть в комнату под троном Хикара. К эфиру. Странница, вождь ждет тебя на арене. За тронным залом. Похоже, это путь к арене. Это была другая часть здания, а теперь площадка для боев. Честь и сила! Бой, брат мой. Это пригодится.
На дозорной башне все готово? Да. Отряд скорпионов готов. Хорошо. Элой. Похоже, ты сдвинула горы, чтобы повергнуть небесников на землю. Буквально. Катала помог. Да. Текоты поставили на место на глазах у всего клана. Вы отлично справились. Но теперь главное Кульрут. Кто-то пришел сражаться, кто-то посмотреть. Знают, что Регала объявится. Я выполню свою часть уговора, если ты не забудешь о своей. И какой у нас план? Катала. Есть два пути наступления на арену. Через тронный зал и по тропе с севера. Мы везде поставили заслоны, но если Регала приведет на Кульрут машины, ей придется атаковать со стороны тропы. Встанешь с нашей обороной там. Отбей атаку, и у меня будут шерифы. Выполнишь свою часть уговора и получишь обещанное. Если что-то нужно, подготовься. Когда начнется Кульрут, назад дороги не будет. Роща, арена. Все это части одного древнего здания? Да. Это место, посвященное подвигам десятых. Памятник их жертвам. Жертвам? Видения говорят, что на этой самой земле они отдали свои жизни в бою против машин. Здесь в их честь мы и проводим Кульрут. Ты сказал, они хранят мир, но шерифы на посольстве были воинами. Воины, но не только. Они отрекаются от родного клана и клянутся служить миру и порядку. Они блюдут закон, разрешают споры и представляют Тенакт на переговорах с племенами. Без них я не смогу править. Я знаю, где буду я. А вы двое? Я буду здесь, с вождем, как полагается. Если враг доберется до нас, мы отомстим за наших павших воинов. Если до этого дойдет. Наша оборона крепка. Покончим с этим. Хорошо. Найди Деку у северного заслона среди защитников. Сила десятых с тобой. Встретимся, когда все закончится. Западут твои враги. Во имя десятых. Доблесть рассудит. Ясно, что сегодня праздник храбрости и мастерства. Мы с Ротека недавно завалили огромную машину в охотничьих угодьях. Претенденты пустынников готовы к испытанию. Новые шерифы, новая сила. Ни один долинник не заслуживает. Вместе с тобой мы точно... Сегодня будет великолепно. Десятые стояли на... Наверное, Хикара думает, что... Пусть твое имя произносят с честью. Честь и сила. Это же Текот и его грань. Копье и лук, и то, и другое очень пригодится в охотничьих угодьях. Кажется, Текот наконец-то вернулся разум. Чужеземка. Не думала, что сам предводитель небесников присоединится к нам. Если на моих претендентов может напасть Регала, как предводитель я должен встать на их защиту. А может, тебе просто надо сохранить лицо после вала? Осторожней.
Острый язык легко порезать, а быстрее копья. Лучше побереги свое копье для воинов Регаллы. Ладно. Защитники Хикару должны быть в конце траншеи. Будем не одни в этой битве. Сначала машины. Избавимся от них, и Регала потеряет свое главное преимущество. Да, духовница. Прикрывайте друг друга. Вольно. Солдаты готовы. Они защитят Кульрут внизу. А поверху... Неплохо. Где вы это взяли? Наш отряд сорвал ее с поверженной машины. Используй ее, Элой. У Регалы много уловок, но ты сможешь ее удивить. Кульрут начинается! Наше дело требует новой крови! Новых лидеров! Да! Выпускайте их! Претенденты, вперед! Каждый, кто победит машину, будет объявлен шерифом. Помните о десятых. Бейте сверху, как они, и победа будет вашей. Держать их! Защитим Кульрут! Внимание!
Там. Что это? Я не знаю. Держите оборону! Беги! И догнать Регалу. Надеюсь, что нам хоть пару раз попадут из баллисты. Думывая. Надеюсь, ты надо хоть пару раз попадет из баллисты. Надеюсь, что надо хоть пару раз попадут из баллисты.
Надеюсь, что нас хоть пару раз попадут из баллисты.
Надеюсь, ты надо хоть пару раз попадешь в баллисты. Прицеливаюсь!
Пойдем, Слав. Надеюсь, Танакт хоть пару раз попадут из баллисты.
Мы еще повоюем. Слишком близко, не могу стрелять! Готово! Галла пошла к Хикару и Каталу. Надо их найти. Возьму с собой.